24 февраля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом жилом комплексе, построенном в Мингичевире для 594 семей вынужденных переселенцев. Заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов проинформировал президента Ильхама Алиева о новом жилом комплексе. Здесь президент Ильхам Алиев посмотрел схему и макет жилого комплекса, был проинформирован о том, что в этом квартале, занимающем 12 гектаров территории, построены 596 домов, школа, детский сад на 140 мест, медицинский пункт, клуб, общинный центр, здание почты. Сети вода, энерго и газоснабжение подключены к коммуникациям города Мингичевирь. Новый квартал был построен по заказу Фонда развития вынужденных переселенцев. Строительство квартала было начато в мае 2014 года и полностью завершено в феврале этого года. Новый жилой комплекс стал 89-м по счету жилым комплексом, построенным для беженцев и вынужденных переселенцев. Отметим, что в целях решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев в целом за последние 20 лет было выделено 5,10 миллиарда манатов, из которых 2,1 миллиард манатов было израсходовано на улучшение жилищных условий людей данной категории.